И сегодня Андрей Курбатов, гость студии 6 канала. Сейчас, я надеюсь, он сам расскажет нам о своем проекте «Городские джунгли». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, откуда взялась идея этого проекта и почему «Городские джунгли»? Что вы называете джунглями? Ну, во-первых, сама идея проекта возникла при воздействии самого мероприятия «Городские джунгли», квеста. Вот. После реализации этого мероприятия, да, у нас возникло много информации о недоступности в городе. И мы думали, куда это выложить. Таким образом, возникла идея создания именно самого проекта. Портала, интерактивного портала «Городские джунгли РФ» одноименного. Давайте вот сразу с небольшой предысторией. Недоступности для кого? То есть квест, но не для людей с инвалидностью. Потому что в городе им одним без повторенной помощи очень трудно передвигаться, да? Те же самые колясочники, да? Либо люди с ограниченными там по зрению возможностями, либо по слуху, да? Им одним очень трудно. С ним постоянно надо присмотр какой-то, да? Потому что город, по своей сути, изначально, ну, не строился, чтобы был доступен, да? Вот. И мы решили эту проблему исправить, потому что эта проблема, на мой взгляд, и на взгляд моей команды, очень важна, вот, чтобы они были социально открыты, вот, чтобы они гуляли, ходили и понимали, что для них это сделано, что их не забыли. Ну так вот, этот ваш портал «Городские джунгли», он будет показывать просто проблемные места, или вы будете каким-то образом пытаться воздействовать там, на городские власти, чтобы они делали среду более доступной? Ну, во-первых, да, у нас сама идея – это найти проблемные места, выложить их на интерактивной карте, да, в которой будет изначально, сразу же у нас будет счетчик, в который будет показано то, что у нас зарегистрированы проблемы, да, и сколько их вообще в сумме. Вот. Мы их выкладываем на карту, и у нас она обозначается красным кружочком, да, то, что это нерешенная проблема. Потом мы пишем письма ответственным людям для того, чтобы они эту проблему решили. Это вне зависимости физические, юридические лица, либо это муниципальные какие-то учреждения. Вот. Так как мы члены Молодежной Думы, да, у нас есть некоторые, можно сказать, рычаги для решения этих проблем на административном уровне. Вот. И мы эту проблему, если решаем, мы эту проблему показываем, то, что она исправлена, да, индикация изменяется на зеленый, вот, и мы пишем то, что вот молодцы, они изменили, они классные, вот, и то, что проблема решена, и человек с ограниченной возможностью может там передвигаться спокойно. Вот по вашему опыту парламентской работы, быстро ли удается решать проблемы? Знаете, в социальном степени, если люди заинтересованы в этом, решается быстро. Ну, по моему опыту, вот такие проблемы, если добиваться этого, да, если есть команда, которая постоянно этого добивается, да, это будет решаться. Если есть резонанс у этого проекта, да, к нему прислушивается, и сразу проблемы эти решаются. Вот. Если, как говорится, кто-то там, какой-то человек пришел и заявил, да, о том, что такая есть проблема, ну, не всегда это прислушивается, потому что у законодательных, там, в администрации очень много, как говорится, работы. И не всегда они находят время на, как говорится, такие маленькие проблемки. А вот вы как вычленяете эти проблемные точки? То есть это носит заявительный характер, или вы сами просто ходите по городу и пытаетесь понять, насколько эта среда может быть доступной для людей с ограниченными возможностями? Ну, во-первых, у нас есть три способа нахождения этих проблем. Да? Первый способ – это у нас одноименный квест, по которому у нас команды ходят по разным маршрутам, да, и по мере прохождения этого маршрута находят места недоступности. Вот. Это фиксируется, фотографируется, пишется небольшое описание, в чем проблема. Да? Там высокий пандус, там высокие бордюры, да? Или вообще ничего этого нет. Вот. Также пишется адрес этого и присылается нам, модераторам. Вот. А второй способ – это нахождение, ну, самим просто мы ходим, да, и ищем, зафиксируем, присылаем. И третий способ – это общественный. Это мы в дальнейшем хотим сделать так, чтобы у нас была на сайте заявка элементарная, да, на которой любой человек, который зафиксировал в городе... Зафиксировал, сфотографировал. Да, значит, сфотографировал, да? Просто адрес написал, где это зафиксировано было. Вот, и написал просто краткое описание, что ему не так, ну, что ему не понравилось в этом. Вот, это то же самое, модератор уходит, да, модератор обрабатывает,
все это спокойно на карту выкладывается, да, и мы ищем ответственных людей, которым мы пытаемся связаться, чтобы они решили эту проблему. Андрей, за разработку этого проекта вы получили президентский грант в размере 250 тысяч рублей. Вот на что пойдут эти деньги? Ну, изначально вот эти 250 тысяч, да, пойдут на разработку самого этого сайта, на полную разработку, потому что у нас есть сейчас, можно сказать, стендовый образец, да, который мы за свой счет решили изначально уже сделать. Чтобы было, во-первых, что показать, да, и, во-первых, показать саму идею этого создания. Потому что прям такого сайта, такого портала в области и, насколько помню, в России нету. Есть отдельные части, там, карты интерактивные, да, есть там интерактивные просто там сайты, но нету портала именно, которого вот такого вот масштабного, как у нас. Вот. А в Владимирской области вообще аналогов нет таких. Вот. И мы решили такое создать. Думаю, пройдет удачно все. Вот скажите, вы только что вернулись с большого молодежного форума «Территория смыслов», который впервые у нас проходит на территории Владимирской области. Вот ваше впечатление, насколько это полезный опыт был для вас? Ну, во-первых, я уже, как говорится, можно сказать, небольшой ветеран посещения разных форумов. Вот. И есть чем сравнить, да. И я приехал когда на «Территорию смыслов», да. Изначально я думал, что это будет, ну, небольшой аналог Селигера. Потому что изначально же они разделились. Вот. Но потом я понял, то, что «Территория смыслов» — это похожее, но совсем другое. Вот похожее, но совсем другое. Вот. Это как? Это когда вся инфраструктура совсем другая. Селигер был палаточный городок у костра, да, который иногда сидели на лекциях, слушали. Да? А здесь полностью готовые палатки на 10 человек. Да? Полностью свет, электричество есть для зарядки там, всех гаджетов. Да? Потому что молодежь приезжает со своими гаджетами. Вот. Много разных шатров, в которых проходят лекции. Да? Гостей, конечно, не по сравнению с Селигером не очень много пришло, да? Но приехали такие прям, как сказать, умные и нужные прям эксперты, вот, которых было приятно слушать. Вот. И в течение самого конвейера проекта, да, мы очень много общались с самими же экспертами, которые нам помогали, как надо оформлять проект каждый, какие идеи можно вот сделать, да, какие-то предложения делали. Ну, вот, это все так вперемешку, да, и получалось то, что каждый человек, который делал проект, не просто так-то приехал, а проект или учиться, да, он получил то, что он ждал. Вот этот опыт вы учтете при создании своего нового портала «Городские джунгли»? Конечно. Мы уже изначально, когда с ними работали, да, мы каждый день, с утра до ночи, можно сказать, работали над версткой этих проектов, да, на доработку разных идей. Да. Много идей возникло от общения просто с молодежью, да, потому что много коллег, которые тоже свои проекты принесли, да, они просто, мы сидели, общались, и получалось, что кто-то идею такую возник, у кого-то такая возник, такая взаимопомощь, вот, и получилось, что у нас получилось колоссальное мнение, да, людей, там же почти практически 1000 человек было, которые просто приходили, голосовали за проекты, да, просто ходили и говорили, а вот здесь вот не надо вот это, а вот здесь надо вот это. И это все учитывалось, и все получалось так, что у нас родился с мысли проект, да, в реальность. Спасибо, Андрей. И я напомню, только что мы беседовали с Андреем Курбатовым, разработчиком проекта «Городские джунгли».